Всем привет! У нас готов еще один автомобиль, который был приобретен на американском аукционе. Это у нас Nissan Versa 2019 года выпуска. Такой дешевый автомобиль эконом-класса. Был списан как топлячок, но в принципе не сильный топляк это. Пострадал всего лишь один блок. Вот. Автомобиль у нас полностью на ходу. Требует дополнительной химчистки, а так в целом относительно живой автомобиль. В данный момент прошли сертификацию, получили электронный ПТС, выдаем автомобиль клиенту. Вот. Клиент еще поедет доводить немножко до ума данный автомобиль. Такой вот автомобиль, к примеру, был куплен в пределах со сборами где-то около 4000 долларов, да, то есть где-то 3800, 3900, точную сумму сейчас не вспомню, но вот такой вот экземпляр был приобретен и отправлен в Котку, с Котки на Россию растаможен. Автомобиль у нас, еще раз повторюсь, получил сертификацию СБПТС, получил электронный ПТС. В данный момент автомобиль серьезных вложений не требует, полностью абсолютно на ходу, все работает, ездит, автомобиль поедет своим ходом. Вот такие вот автомобили приобретаются на разных американских аукционах Америки. Если кто-то хочет себе какой-нибудь подобный автомобиль, пожалуйста, звоните, пишите, обращайтесь, с радостью вам с этим поможем. Всем спасибо, всем пока.